мне нельзя в центр Москвы, ребятушки. Меня начинает пробивать пафос униженного и обиженного человека и так далее. Вот как-то меня начинает вот это все переть из меня. Это нельзя, понимаете? Иначе все, бетонный пол, тюремные камеры, дуло автомата в лицо и все прелести, которые испытали наши писатели, художники российские, поэты. Вот это все. Надо ли это все? Ради чего? Нет, не надо. Потому что задачи у меня другие. Задачи у меня литература, музыка, философия, свобода, женские прелести. В общем, вот и все. Джинсовая жизнь, одним словом. Вот какие у меня задачи.